делать нечего. Чего тебе, путник? Рыцари ордена разгромили нас на болотах. Я знаю, что и ты приложил к этому руку. И все же ты до сих пор жив и даже разговариваешь со мной. Я все еще надеюсь, что ты поймешь, кто ты есть, и выберешь правильный путь. И кто же я есть, по-твоему? Ты не человек, Геральт. Рано или поздно орден напомнит тебе об этом. Посмотрим. Действительно, посмотрим. И очень скоро. За что ты так сильно ненавидишь людей, Яйвин?
За что? Полагаю, ты не хочешь услышать о идеологии, историческом правосудии и прочем. Ты хочешь услышать некий темный секрет, скрытый в глубине моей души. Ты прав. Я отвечу на твой вопрос, если ты сначала ответишь на мой. Согласен. Когда-то я жил в крупном городе среди людей. Я вел себя честно и обходительно. Я уважал их глупые обычаи и законы. Ассимиляция. Я жил этим словом долгие годы. И на протяжении всех этих лет меня обманывали, надо мной смеялись, временами били и грабили. Но я не чувствовал ненависти к людям. Я считал себя лучше их. Я говорил себе, что они просто не в силах контролировать свои слабости и свои недостатки. Меня грабили в 3 раза чаще, чем всех остальных. На моих дверях экскрементами рисовали расистские лозунги. Многие годы я не понимал, почему так происходит. Неужели я делал что-то не так? Что мне нужно было сделать, чтобы я мог жить дальше мирно и спокойно? И знаешь, что я понял? Нет, но уверен, ты сейчас мне об этом расскажешь. Я все делал так. Я лгал себе с самого начала. Как луна никогда не догонит солнце, так и люди никогда не изменятся. Они навсегда останутся эгоистичными, завистливыми, мелочными и страшащимися всего, чего они не в силах понять. И уж поверь мне, не понимают они очень многого. С тех пор все развивалось достаточно быстро, но это уже совсем другая история. Теперь ты сам стал похож на людей. Нет, Геральт, ничего подобного. А ты, ведьмак, кто ты такой? Ты ведь тоже по себе знаешь, что такое людское невежество и ненависть. Я такой же изгой, как и ты, я понимаю, о чем ты говоришь. Но при этом я не собираюсь сжигать людские поселения. Я рад, что ты понимаешь меня, Белый Волк. Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен быть со своими воинами? Круг друидов служит мне убежищем. Здесь я могу спокойно думать и строить свои планы. Если я отправлюсь в Вызиму, я возьму на себя ненужный риск. Наш отряд в Вызиме уже заканчивает одно важное для нас дело. У тебя найдется дело для меня. Дело, не совсем относящееся к борьбе за свободу. Если тебе нужна моя помощь. Мы узнали, что в системе канализации в Вызиме находятся руины эльфийского храма. Мы считаем, что когда-то там останавливалась Лара Дорн. Кто такая Лара? Ты все узнаешь, если согласишься помочь нам. Я послал туда свой отряд, но, боюсь, что-то пошло не так. Выясни, что случилось. Посмотрим, что я смогу сделать. Чудесно. Расскажи мне историю Лары. Лара Дорн Аэпшаадаль была эльфийской магичкой. Аэн Северны, ведающий, одной из загадочных даже для нас, эльфов, носителей Хен и Кэр, старшей крови. Случилось так, что Лара влюбилась в человека, чародея по имени Крегеннан из Леда.
Другие люди восприняли это как предательство и начали их преследовать. Даже мольбы не смягчили каменных сердец безжалостных, жестоких Дойне. А когда Лара, прося о милости уже не для себя, а для своего ребенка, вцепилась в двери кареты, то палач-разбойник ударил ее кордом и отсек ей пальцы. А когда ночью мороз лютый прихватил и спустила Лара последнее издыхание, на холме меж лесов, родив девочку, которую оберегла остатками еще теплившегося в ее теле тепла. И хоть вокруг была ночь, зима и снежная заметь, на холме наступила вдруг весна, и расцвели цветы фиавинвет. До сего дня такие цветы цветут только в двух местах — вдоль Блатанна и на холме, на котором погибла Лара Доран Аэпшаадаль. Ты должен понять значимость ее артефактов. Она была для нас исключительным совершенством. Горечь от ее утраты не в силах выразить слова ни одного языка. Прощай. Люди рассказывают, что мы сжигаем пленников в клетках в нашем саду. Чушь. Различные твари обитают на болоте, но не все. Добро пожаловать, странник. Приветствую. Неужели мои старые глаза сыграли со мной злую шутку? Это Геральт, знаменитый белый волк? Он самый. Откуда ты меня знаешь? Я много о тебе слышал от нашего общего друга Мышовура. Я потерял память и не помню никого по имени Мышовур. Возможно, я смогу тебе помочь, если бы ты остался тут на несколько лет. К сожалению, меня ждут важные дела. Но я бы хотел поговорить с тобой кое о чем. Да, белый волк. Что ты думаешь о Скоэтаэлях? Политические конфликты меня не интересуют. Мы переживем все волнения, мы не представляем ни для кого угрозы, и у нас нет тех богатств, которые так нужны королям и императорам. А еще они знают, что нам не нужна их власть. Им может не понравиться, что вы укрываете белок. Мы помогаем всем, кому нужна помощь. Людям и нелюдям. Если только они уважают наши традиции. Эльфы, дети лесов, уважают и понимают природу. А люди нет? Увы, не все. Реки около больших городов отравлены отходами. Люди вырубают древние леса. Животные, которые еще несколько десятков лет назад водились здесь в изобилии, вымирают. Понятно. Да, белый волк. У нас есть общие друзья? Можно и так сказать. Мне рассказал о тебе мой бывший партнер по покеру Мышовур. К сожалению, мы давно не виделись. Я люблю играть. Может, как-нибудь сыграем с тобой? Почему бы и не сыграть? Говорят, ты неплохо играешь. Посмотрим. Да, белый волк. Я познакомился с женщиной. Ее зовут Кармен. Ее возлюбленный по ночам превращается в волка. Она хочет спасти его от этого заклятия. Ты ведьмак. Ты должен знать, как справиться с ликантропией, разве нет? Когда-то я, может, и знал, что делать в таких случаях, но теперь я ничего не помню. Конечно. Моя память уже тоже не так остра, как раньше. Я знаю несколько средств от ликантропии, хотя сам я их еще не испытывал.
Я думал о магических средствах. Может быть, есть какой-нибудь эликсир? Я не знаю, как приготовить такой эликсир. Тебе стоит спросить опытного алхимика, если появится такая возможность. Но я читал, что в таких случаях может помочь рубашка из собачьей петрушки. Рубашка из собачьей петрушки? Да, была какая-то история про близнецов, которые превратились в лебедей или в уток, я точно не помню. Собери 5 листьев собачьей петрушки и скажи мисс Кармен, пусть сошьет из них рубашку. А потом она должна будет заставить своего любимого носить эту рубаху всю ночь. Благодарю за совет. Есть еще народные средства. Глупо, конечно, рассказывать об этом профессионалу, но честность требует, чтобы я это сделал. Говорят, что настоящая любовь может превратить зверя в человека. Настоящая, искренняя любовь. Я запомню это. Запомни одно. Ликантропия – болезнь, которая меняет не только внешний облик человека. Прежде чем пытаться снять такое проклятие, ты должен удостовериться, что в душе оборотень все еще является человеком. Почему? В противном случае он продолжит убивать даже после исцеления и до конца своих дней останется всего лишь чудовищем. Понятно. Я постараюсь выяснить, кем на самом деле является этот оборотень. Да, белый волк.
большой набор. Что? Перевези меня на друг... Время... Да. Озеро все страшнее и страшнее. Ведьмак, я нашел твое фамильное кольцо. Премного благодарен. Буду молиться за тебя, Мелители. Вот, держи свою награду. Прощай. Ага. Добрый господин, нужна лодка.
маг, как раз вовремя. Возвращайся домой. Да не побеспокоит тебя никогда засуха. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Эти бандиты заставили нас собирать травы, чтобы делать из них фисштех, как я понимаю. Есть несколько групп, одна из них прячется в пещере неподалеку от старой просеки. Саламандры занимаются торговлей наркотиками. Честолюбивый план. Спасибо за информацию. Возвращайтесь по домам.